Врачи назвали состояние Романа Костомарова критическим. Вряд ли это можно откатить назад. Все, что сейчас происходит, это результат сепсиса и общей недостаточности организма. Тут все зависит от его выносливости, но Роман уже давно истощен болезнью, прокомментировал врач-терапевт Людмила Лапа. Доктор отметил, что если не принять экстренных мер, то счет может идти на часы. Бывает, что все одно к другому. Здесь как раз такой тяжелый случай. Надо в корне менять терапию. Но когда начинается отек мозга, уже сложно что-то делать. Если ничего не изменится, то следующий шаг – это операция на мозге, и прогнозировать ее исход невозможно. Это мозг, ювелирная работа, и такие вмешательства не проходят бесследно. Могут нарушиться и когнитивные способности, и память, и координация движений. Так что давайте пока верить в чудо, заключила врач.